100 лет ВМС, военно-морской флот Украины, празднуют юбилей. С годовщиной моряков поздравил президент Петр Порошенко. На своей странице в Фейсбуке глава государства отметил важность морского флота в борьбе с большевизмом в прошлом веке. Накануне юбилея Украинский институт памяти опубликовал видео, посвященное этой дате. Напомню, 29 апреля 1918 года весь Черноморский флот Севастополя стал украинским. Тогда над большинством кораблей ВМС подняли сине-желтые стяги.